Одним из самых крупных объектов по адресно-инвестиционной программе в 2015-м стала Каштагская развязка. С 2011-го на ее строительство было выделено 1 миллиард 265 миллионов рублей. 32 миллиона ушло на реконструкцию мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев. Работы должны завершиться в 2017-м. Дослушав доклады заместителя председателя комитета по финансам администрации Читы Ирины Литвинчук, депутат Шереметьев поинтересовался, как городские власти намерены выходить из кризисной ситуации. Ведь, по его словам, Чита стоит с протянутой рукой. 52% всех доходов составляют субвенции и дотации. Наверное, надо сначала хлеба как можно больше дать, то есть выполнить нашу социальную направленность, а потом уже программа. Но как поручение дано Максиму Александровичу Курьянову, вот сейчас проработать какие-то точечные проекты, которые будут реальны по текущему времени. Кроме того, была запланирована реконструкция Пионерского парка, но вместо 20 миллионов на работы потратили всего около 3 миллионов. А в реконструкцию площади Ленина вместо запланированных 20 миллионов вложили всего 71 тысячу рублей. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗапТВ.